На 12 квадратов разрезать очень легко. Это вот эти маленькие квадратики около каждого ребра. А как режем на 2 больших и 4 маленьких? Вот это большие. Это хорошая мысль. Берем куб, режем на грани, но при этом две грани называем большими, а остальные четыре грани называем маленькими. Просто присваиваем им такие воинские звания. На двух гранях пишем «вы большие», на остальных четырех пишем «вы маленькие». Все. Это просто по площади. Нет, получается не такой размер. Проблема в том, что возникают обрезки. О, нет, не обрезки. Это обрезки. А вот это вот куда быть? Нет, это не обрезки. К этому пути вот это будет относиться, и в итоге получится. Вот такая вот. Слушайте, а с другой стороны будет такая же, да? Да. Слушайте, замечательная идея. Берем верхнюю грань и называем ее большой, а дальше не просто мы ее назвали большой, а из-за того, что она большая, она говорит, что а мне еще, пожалуйста, 4 прямоугольных одноветренных треугольника добавьте. Тогда я буду большая. И нижнюю грань тоже называем большой, и к ней тоже добавляем такие 4 прямоугольных треугольника. Замечательно. Теперь давайте я все-таки попытаюсь как-нибудь это нарисовать более понятным образом. Вот это будет верхняя грань, а вот это будет нижняя грань. Замечательно. И я, как собственно не я, вы мне так сказали, делаю так. В качестве большой грани я беру вот эту, правильно? Вот. Это будет одна большая грань. Теперь очень интересно понять, а как же будет выглядеть нижняя. А понятно как? Вот это штрихую нижнюю. Вот это будет маленькая грань. Вот это называется первая маленькая, вторая маленькая грань. Пока все понятно? Да. Замечательно. Это называется третья маленькая грань. Вторая, которая, она будет не маленькая грань, это будет относиться к нижней. Нет, все хорошо. Не будет. Вот и дело, что не будет. Здесь четвертая. Посмотрите, пожалуйста, как они склеиваются. А вот теперь я должен сказать, что вот это будет нижняя, то есть, значит, то, что относится к нижней. И вот это будет то, что относится к нижней. И это тоже будет то, что относится к нижней. Итак, посмотрите, вот эти вот зеленые кусочки подклеиваются. Я не знаю, как это вам объяснить. То есть вот на самом деле происходит вот такая вот склейка и происходит вот такая вот склейка, да? И вот эта вот нижняя соединяется вот туда. В общем, ребят, не знаю, как это объяснять. Мне кажется, что любой человек должен сам представить, как все складывается. Итак. Действительно, большой вот этот вот желтый квадрат, да? Вот этот вот большой здесь состоит из кусочков, но вообще-то он такой же практически, то есть с двух сторон, да?